Это Москва, второй силикатный проезд, промзона, вокруг производственные корпуса, заборы, и среди всего этого великолепия в кавычках проживают люди. Здесь находится единственное в округе общежитие, классическая хрущевка, пятиэтажка, но в общем-то я здесь не за этим. А за тем, что за этой пятиэтажкой, за этим общежитием, протекает река Таракановка. В этом месте река Таракановка опять попадает в коллектор и уже появляется на поверхности, непосредственно перед самой Москва-рекой. Сейчас я подойду к реке и все подробно покажу. Так река Таракановка выглядит от самого, если можно так сказать, входа в коллектор. По одному берегу пройти не удастся. Там находится забор какого-то предприятия вплотную к реке. Не считая бетона у коллектора, берега не укреплены, естественные берега реки. Из небольшой трубы вытекает вода, с виду прозрачная, скорее всего не горячая, пар от нее не идет. Трубопровод какой-то. Давно стоит у дерева. Ну а дальше эстакада Звенигородского шоссе. На этом, наверное, все. Панорамка и всем пока.